Привет! Сегодня уже 26 апреля, а я снова приехал на Майдан Независимости, чтобы отслеживать ход строительства центральной фан-зоны. Как мы помним, еще вчера здесь было пустое место, а сегодня уже появился логотип. После центрального универмага будет располагаться центральная сцена, на которой будет вестись прямая трансляция первого, второго полуфинала, а также финала. Также церемония красной дорожки также будет транслироваться на большом канале в центре столицы. Сегодня уже начался монтаж основной сцены, и дальше строительство фан-зоны будет двигаться в сторону Майдана Независимости. Как мы можем наблюдать, даже в центре на рекламных щитах отсутствует реклама с конкурсом. Вместо нее размещена обычная реклама, которая встречается во всех местах города Киева. Как мы видим, за сутки много что изменилось. Но изменения не заканчиваются на достигнутом, и уже завтра мы снова с вами приедем на центральную площадь города Киева, чтобы оценить ход строительства фан-зоны для Евровидения 2017. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Встретимся с вами завтра на канале Инстастудия. С вами был я, Вова Гура. Пока-пока.